Всем салют! Вы на канале FIFA Time, и сегодня у нас жеребьевочка карьер капа. Ребят, мы сегодня узнаем с вами, кто попадет с кем в пару, кто с кем сыграет. В конце этого видеоролика вы узнаете время и дату поединочков. Поэтому давайте не будем затягивать, помчали. Итак, ребят, в гостях у нас сегодня один из участников нашего турнира. Это Гошка, Гога FIFA, ребят. Привет, ребята. Ссылочка на его канал, соответственно, будет в описании. Поэтому подписывайтесь, заходите обязательно, потому что до косаря там чуть-чуть не хватает. Вот, а он нам кое-что обещал. Вот. Ну ладно, не будем о плохом сегодня. Давай со старту задам пару тебе вопросов. Кого ты знаешь из участников и считаешь фаворитом? Конечно, что себя в первую очередь, потому что мне все-таки выпал Ливерпуль. И я думаю, что есть шансы, конечно, выйти из группы. Это, конечно, будет очень тяжело. Все зависит от того, кто попадется. Все-таки есть парни, которые играют в Викенд-лигу и берут по 20 побед там. А, как вы знаете, я беру только золото 2, это 17 побед, так что будет очень тяжело. Давай тогда второй вопрос для затравочки. Вот, это тот вопрос, наверное, от которого я бы кайфанул. Как ты думаешь, каковы твои лично шансы? Я понимаю, что ты говоришь один из фаворитов. Вот скажи мне шансы до жеребьевки. То есть после жеребьевки я спрошу у тебя, какие твои шансы, как ты думаешь? Но это будет после. Сейчас скажи. Думаю, четвертьфинал точно я сыграю. Четвертьфинал. Все зависит от того, кто попадется, ребят. Кто попадется. А я говорю, что еще раз, есть сильные соперники. Есть очень сильные соперники. И будет очень тяжело. Я думаю, что будет очень интересно посмотреть на это все. Так что... Ну, мне с пенсионерами как бы повезло вообще просто сильно. Вот, но я не расстраиваюсь. Я надеюсь на группу. Мы начинаем сразу с, соответственно, участников, и потом вытягиваем им группу. Поэтому я мешаю, я, честно сказать, я не знаю. Я опять натыкал, это рандомно, можно сказать. И кто в какой капсуле, я не знаю. Все зависит от тебя. Поехали, выбирай какую. Так, смотри, вот это синенькая первая ко мне ближе. Вот это. Вот это. Хорошо. Итак, сейчас мы открываем. И первый у нас участник это Пашок. Пашок, уважаемый Пашок, куда ты у нас пойдешь? Сейчас мы узнаем. Так, я думаю, тебе видно. Да. Давай, так, выбираем. Видишь, возле твоих пальцев есть зелененькая такая. Вот, видишь? Вот, да. Хорошо, берем ее. Берем ее. И это группа C. Нормально, C. Группа C. Группа смерти. Так, ну давай тогда. Поехали. Давай троих, наверное, выберем, а потом пообщаемся чуть-чуть. Выбирай. Вот видишь, есть розовенькая слева. Вот справа от тебя. Справа. Не-не-не, вот это да. Окей. Окей. Честно, я когда вытягивал вчера клубы, у меня безумно тряслись руки. Сейчас у меня ничего не трясется. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, у меня Челси, да. Итак, сейчас у нас девчонка попадается. Снежана, Пашок, тебе повезло, друг мой. Девчонка за рулем. Так нет, что повезло? Подожди, мы тянем группу Снежана, дальше. Снежана, если не ошибаюсь, у нас там Мальчика. Да, Мансити, да. Так, смотри, давай. Вот это что упало? Увидел только что. Нет, я не видел. Влево. Вот это, да. Вот это. Ок. Поехали. Открываем. И у нас... Что это? Группа Си. Снежана идет к Пашку. Повезло, я же говорил, Пашок. Вот так вот. Вот так вот. Я хочу к вам, ребят.
Давай, next. Смотри, вот это, которая самая высокая, да, высокая. Высокая. Не, вот высокая. Вот посерединке. С оранжевым. Вот это, да. Окей, let's go. Открываем. И это у нас, ребята, это Викул. Интересно. Вот сейчас Реал интересно. Мадрид, если не ошибаюсь. Реал Мадрид. Да. Какую? Смотри, зелененькая. Да. Не знаю, мне что-то понравилось. Я вообще люблю зеленый цвет. Итак, Викул у нас идет в группу A. Эй, пацан, иди в группу A. Хорошо. Поехали дальше. Еще две ячейки пустые, ну, как бы, да, интересно. Так, какой? Смотри, давай вот это в нижнем левом углу, вот это синенькая, не-не-не. Чуть-чуть на себя, еще. Вот это? Понял. Ну ты говори выше, ниже, да, понял, потому что я понять не могу. Немножко путаюсь. Растерялся, я понял, ничего страшного. Так, что же у нас здесь? А здесь у нас, ребята, Илюха Клокотамус. Здоров, братва. Интересно. Интересно. Давай посмотрим. Какой Илюха улетит? Ну давай розовую. Вот это, видишь, дальняя розовая. Вот, да, ты смотрел только что, ты пальцем только что тыкнул. Да. Только не все, а то слишком будет просто. Группа D. Поехали, следующий. Какую? Давай опять розовенькую. Розовенькая справа тебя, справа. Вот эту. Да. Да, все правильно. Да. Окей. Так, розовенькая. Принеси-ка нам, пожалуйста, что-нибудь интересненькое. Розовенькая у нас. Это Антониор. Антониор. Давай ему вытащим. Подожди, Антониор у нас, если мне память не... Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Ну, чуть-чуть не повезет, братан. Да. Чуть-чуть не повезет. Ну, не Челси. Да. Давай. Упала, видел только что. Дальняя. Да. Вот это, по-моему. Да. Да, все правильно. Группа Эй. Антониор улетает к Викулу. Да. Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед. Интересно. Это солидно. Довольно-таки. Солидные матчи. Довольно-таки. А самые сильные остались все там. Ну еще группа пустая одна, так что нормально. Давай вот, выбирай. Вот это самая высокая, короче. Вот видел, дальняя самая высокая. Все правильно. Да. Итак. И в этой у нас спрятался кто? Это я. Гога ФИФА. Сейчас определимся, куда ты идешь. К Викулу, к Антониору, к Пашку, к Снежане или к Илюхе Клокотамусу. Или, возможно, ты будешь первооткрывателем группы B. Вот ты сам себе вытягиваешь, друг мой. Давай, тащи. Давай вот это прозрачное. Вот это. Да, давай. Окей. Да. И у нас здесь падает группа B. Первооткрыватель. Да, группа B. Ну, я тебе скажу, знаешь, это все-таки неплохо, наверное. Потому что ты еще не знаешь, кто тебе попадется. Но там остается самое интересное. Там остается самый сок. Да, давай, поехали. Next. Давай вот эту синенькую. Дальше. Вот, брал. Не вот это, не. Следующая идет. За ней, вот, да. Вот это, да. Окей. Итак,
А в этой у нас прячется кто? Пашка Скалов. Пашка Скалов. Парень озорной. Блядь, только не в группу би. Сейчас. Сука. Соколов с Боруссией. Сейчас кому-то будет больно. Я уже нервничаю. Один, я считаю, из фаворитов. Давай. Один из фаворитов. Давай розовую сейчас. Вот эту, розовую. Вот видишь, розовая, да. Да, давай вот розовую ему. Давай розовую. Пусть будет. Давай. Пашка Соколов у нас сейчас идет в группу. О, упало. Это не на счастье. Сейчас я достану. А, где она? А, вот, нашел. Группа D, Клокотамус. Группа D. Соколов. А тебе Клокотамус. Пашка идет. Клокотамус, я к Илюхе не позавидую. Не позавидую. Это хорошо. Да, да, да. Фу, одного изб... от одного избавились. Давай, поехали. Давай. К тебе самая ближняя, вот она лежит. Да. Давай ее. Интересно, интересно. Так, у нас здесь будет кто? Лёха Фифа. Лёха Фифа. Лёха Фифа, Атлетико Мадрид. Интересно. Интересно. Давай. Давай верхнюю. Верхняя фиолетенькая, да? Да, да, да. Фух, ну, сейчас посмотрим, кому Атлетико залетит в группу. Кстати, интересная группа. Группа Си. Атлетико Мадрид идет в группу Си. Идет Пашку и к Снежане. Я вам интересно, говорю, хотели, интересно. Хотели самую левую группу. Вот она нам. Да? Давай. Ну, я не знаю, не надо, я думаю. Может, там реально будет это интересно. Синенькая, вот это с ближняя. Вот. Ближняя. Вот не, ближе, ближе, ближе. Ближе к тебе, да. Вот это. А, ко мне ближе, который я понял. Сейчас посмотрим. А, в синенькой у нас прячется великий и неподражаемый Ант 68. Ант, братуха, Ант. Ант. Так, ну давай Анту вытащим сейчас что-нибудь интересное. Он с Ромой. С Ромой. Поэтому я думаю, что в группу С он бы залетел бы. Я думаю, для пацана было бы, да, хорошо. Вот. Хай залетит поэтому... ко мне в группу. Смотри, давай вот эту дальнюю фиолетенькую. Да. Хай, да, к тебе залетит, я, да? Я не против Ромы. И не против Челси, да, как я понимаю. Группа С! Закрываем группу Си. Ант, Леха Фифа, Снежана и Пашок. Я считаю, что для Анта это действительно с его Ромой, ну, реально шанс. Реально выскочить шанс. А вот теперь сейчас начинается очень интересно. Очень интересно, потому что здесь еще Грек у нас. Здесь еще у нас Алекс Найн. Ты не забывай, ребята Ultimate играют Team, в Weekend League. Да. Это, да, это ребята, которые знают толк в онлайн играх. И у тебя пустая группа по факту еще. Я вот, сам давай, судьбу, поехали. Сам судьбу выбирай свою. Так, давай вот эту синенькую справа. Да, вот это, да. Да, 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 справа. Ок, поехали. И кто же сейчас, интересно, тут будет? Тут у нас что-то интересное намечается. И я вспоминал. Алекс Найн. Вспоминал недавно. Алекс Найн. Алекс Найн, этот человек, я считаю, будет очень неприятен любому сопернику, потому что там есть Арсенал, это Лаказет, это Абуби Боба. Это, в принципе, плюс-минус неплохая оборона. Ну, плюс-минус, Сократис там есть, как ни крути. Поэтому я думаю, это будет ну, довольно интересно. Давай. Давай, гоним дальнюю розовую. Самую-самую последнюю, да. Да, 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 да. Вот это. Так. И это группа. Группа D. Алекс Найн идет к Соколову и к Локотамусу. Братан. Это пиздос. Это пиздос. Ты понимаешь, что ты попадаешь со мной в группу? Это процент такой вообще просто. Не факт. Вот, блять, если мы попадем сейчас еще. Я попадусь к Соколову в группу. Это будет просто ебаный ад. Давай. Или Грека туда, давай зарядим Грека, пусть будет, да, весело. Давай. Давай Грека туда. Подожди. Давай вот эту фиолетенькую. Да, давай. Вот эту. Блядь, это будет цирк.
Так, ну давай, закроем группу D грекам. Я буду, думаю, кто? Рады. Грек! Твою мать, нехай, прикинь! Да? Грек! Определяется сейчас, да, путевка грека. Так, ну, давай. Куда ты его отправишь? Там с четырех, правильно, с пятерых, да? Да, да, да. Бать, ебать. Давай. Давай розовую. Вот эту, да, вот эту. Вот эту, да, да, первую, да. Давай. Давай. Давай, грек, лети туда, к Локотамусу, к Пашку, ой, по Соколову. Давай. Только не ко мне. Не к нам. Группа A. Группа A. Группа A. Викул, Антонио, да, и грек. Слушай, у тебя группа пустая до сих пор. Давай. За Протофижен остались, да? Кто еще? Да, много еще осталось. Хорошо. Я не буду перечислять. Дима Дерби остался, Девяткин с Барселоной остался. Хорошо, давай фиолетовую. Вот эту. Какую? Тоже ближе к тебе. Вот это, да, да, все правильно. Вот да. Это. Так. Это у нас The Profit Vision, потому что у него очень длинное, да, название, поэтому это очень... А нет, не угадал, это Девяткин, Девяткин. FIFA. Тоже длинная надпись. Девяткин сейчас с Барселоной. Девяткин с Барселоной. Это страшно, это страшно. Он либо закроет сейчас A или D, либо пойдет к тебе в B. С Барселоной. Представь, Ливерпуль, Барселона. Это мощно, это очень мощно. Давай будет синенькую, вот это ближе. Синенькую, да. Давай, давай Барселону мне. Сюда. Сюда Барселону. Сюда. Херс. Группа D. Девяткин улетает к Соколову, к Локотамусу и Алексу Найну. Это просто адская группа. Это просто адская группа. Паша с Боруссией, Алекс Найн, понимаешь, с Арсеналом, Илюха там с ПСЖ. То есть представь себе, и Девяткин с Барселоной. Короче, это просто крейзи группа. В принципе, я хочу в группу бить. Ко мне. Да, я к тебе хочу, я вот сейчас... там грек, понимаешь? Я не хочу греку в группу. Вай, не хочешь вай? Давай. Давай. Не хочешь вай? Давай вот эту оранжевенькую. Да, да. Угу. Давай, поехали. Соответственно, у нас здесь будет... А, вот это уже, наверное, Vision. Да, The Profit Vision. Вот. The Profit Vision, да. Да, ну тут вопрос, либо к тебе он идет с Наполи в гости, Ливерпуль, либо он идет в группу, да, либо он идет в группу A с греку, Квикулу и Антониору. Давай вот эту розовую. Вот да. Эту, да? Хорошо. Давай. Соответственно, розовая это группа B. Ко мне. И он идет к тебе. The Profit Vision? Да. Наполи, Ливерпуль. Идет к тебе? Это интересно. Это будет интересно, я думаю. Далее. Поехали. Поехали. Челси где сюда? Челси ко мне. Так. Не вижу я. Опусти. Не вижу. О. Давай. Сейчас. Знаешь, какую-то гадалку, как его, считалку детскую. Сів метелик на травичку и сказав якусь дурничку. Раз, два, три. Це, напевно, вийдеш ти. Давай вот эту слева фіолетовую. Да. Да, да. Окей. Окей. Сейчас львовский парень вытащит. Кого интересно? Что-то длинненькое тут намечается. И это Дима Дерби. Дима Дерби. Дима Дерби. Дима Дерби. Дима Дерби это Бавария. Бавария. Бавария, Ливерпуль. Я тоже бы не против поиграть против Баварии. Ну-ка. Давай. Давай вот эту дальнюю фиолетовую забирай. Окей. Ты смотри, остались опять как в том голоса, в том, понимаешь? Опять я остался. И кто остался и еще? И остались. Фифэктори, ты понимаешь? Опять, понимаешь? Второй раз, и второй раз опять мы с ними остаемся. Я не знаю, как это происходит. Я не знаю, я не понимаю тоже, как это происходит, но это группа B. Это Бавария. Бавария. Бавария идет к вам в группу. Ну и теперь остается как бы одна путевка к греку и одна путевка к тебе. Я хочу к тебе. Я не хочу к греку, ты понимаешь? Я видел, как он играет. Ты понимаешь? Я видел, как он играет. Я не хочу к нему. Выбирай.
Чё-то давай синий. Давай. Давай. Синенькую. Так. Синенькая. И синенькая. Это я. Я. Да. Да. FIFA time. Это я. И сейчас твоя рука! Куда-то меня должна отправить. Либо в рай, либо в ад. Там, слушай, там Антонио, там Викул, там пацаны играют, я тебе так, ну и у вас группа тоже, я скажу, не прикуривать, ходить, но, типа, там грек меня пугает, понимаешь? Вот я клянусь, я честно, я вот правду говорю, меня грек пугает, действительно пугает, я не давай, хочу к нему. Давай синенькую с оранжевым забирай. Ну, поехали. Я надеюсь, мое Челси сейчас будет чуть-чуть радоваться. Группа B. И, соответственно, у меня группа, да. Группа B. Группа B. Спасибо большое, спасибо большое. Огромное спасибо. Ну, я бы хотел бы C лучше. Ну, ладно, и B пойдет. И, соответственно, последняя у нас... последняя команда, которая осталась, это FIFactory. Да. Это ребятки... Под... В очередной раз мы с ними в шопе как бы последние были. Я не понимаю, как это происходит. Ну, вот, FIFactory, соответственно. Вот, и мы, соответственно, их отправляем в группу A. Группа A. Извините. Я сейчас достану последний. Извините, колпачок. Ребята, если FIFactory. Ну, будет вам очень тяжело. Но они вдвоем да, играют. Вам будет очень тяжело. Но они. Но, ребят, выходят трое. Не забывайте. Поэтому шансы есть. Да, группа A. Да. Ну, а теперь давай рассуждать уже более серьезно. По каждой группе отдельно пройдемся. Смотри, группа A, это у нас Викул, Антонио, Грек и FIFactory. Ну, тут я, давай честно буду говорить, Грек фаворит группы однозначно. Аутсайдеров я тут, ну, не вижу, действительно. Викул с Реалом, это неплохо. FIFactory с Интером, где есть довольно-таки неплохой состав сейчас. Ну, плюс-минус, плюс-минус. Тем более, пацаны вдвоем будут играть, поэтому это тяжелее. Всегда против двоих тяжелее играть. И Антонио у нас с Манчестер Юнайтедом. Ну, как бы, будет, я думаю, на что посмотреть. Будет. Это будет, я думаю, группа интересная. Даже не считая то, что здесь есть определенно фаворит группы. Вот, но... Я не знаю, как он покажет себя. Ты понимаешь, что все равно игры в онлайн, это... Ну, именно Ultimate Team от онлайна отличаются. Повезло. Вот. Я считаю, что если кто-то там с нашей группы подумает, что им там повезло, да, я считаю, что не сильно повезло. Потому что группа тяжелая, тяжелая, группа тяжелая. Мы играем-то Weekend League, да, пацаны играют карьеры. Не, ну я не могу сказать, что они там... Ну не факт, не факт, ты не знаешь, я тоже не знаю. Фижи, да, там и Дима Дерби, да, это очень, очень интересно посмотреть на это все. Наполи. Ну да, ладно, давай... Давай не будем забегать наперед. У нас в группе с тобой, соответственно, Бавария. У нас с тобой в группе, ну, как все-таки ни крути, Наполи, да. А у меня еще и Ливерпуль, понимаешь, в группе. Вот, это, судя по вчерашним попыткам поиграть, ты понимаешь, да, что будет тяжело. Вот, и мне будет тяжело, и тебе будет тяжело, действительно. И не считая то, что это Челси. Будет сложно. Группа реально сложная. Поэтому, но единственное, что радует, что проходят дальше трое. То есть выйти из группы, в принципе, реально. Я думаю, что возможно. Группа C. Группа, где, я считаю, фаворитов группы нет. Я, честно сказать, вот не буду врать, я не знаю, как Ант играет. Я видел его ролики. Вот, играет он, в принципе, неплохо. Но, опять же, у него Рома. У него Рома. Тут Леха Фифа, опять же, видел, как Леха играет в карьерках, в принципе, тоже неплохо играет, но опять же, то ли карьерки играть, даже на Ultimate, то ли играть с живым человеком, который может и ошибиться где-то, может где-то и наоборот, как-то неординарно сыграть, поэтому это такое дело. Снежана, девчонка, которая, в принципе, ну, я думаю, что у нее есть небольшие шансы, ну, с ее Ман-Сити, ну, как небольшие, я тебе скажу, у нее есть шансы с Ман-Сити, заметь, с Ман-Сити, где есть Кевин Де Бруйне, где есть неплохие исполнители, у нее есть шансы выскочить из группы, спокойно, я думаю. Пашка с Тоттенхэмом будет интересно, вот честно, вот Пашка с Тоттенхэмом, это очень интересно. Пашке такого человека, тот, кто играет, и все-таки он...
ну, типа, хоть чуть-чуть какой-то толк да имеет, да я думаю, что... Ну подожди, шанс... ну подожди, я думаю, что это обижать ну, кого-то, ну, я думаю. То есть можно, можно сказать, ну, что Паша фаворит группы? Нельзя? Нет, нельзя. Нельзя, я считаю, что нет. Я считаю, что может спокойно и Леха показать игру хорошую, и Ант, и Снежана может показать. Ты пойми, что это Снежана, даже на секундочку пойми, она с Ман-Сити. Не ссорой. Вот просто пойми. А Пашок, на секундочку, со шпорами. И извини меня, у шпор защита, там проблемных зон хватает. Поэтому тут такое дело. Тут кого-то фавориты, кого-то в аутсайдеры записывать нельзя. Более интересна группа D, где, честно сказать, вот я вижу сейчас вижу действительно огромное испытание для Илюхи. Да, будет тяжело. Где действительно ему очень будет сложно, очень сложно. Это группа смерти, понимаешь? Это серьезно. Это Девяткин с Барселоной. Это Алекс Найн, соответственно, с Арсеналом. Это Пашка Соколов с Боруссией Дортмундской. Это действительно тяжело. Но Илюхе достался ПСЖ, поэтому, в принципе, кто знает. Ты же прекрасно понимаешь, что это дело такое. Может, кто-то где-то будет ошибаться. Где-то какие-то привозы. Кто знает, тут дело такое, тут не угадаешь. Я единственное могу сказать, что я знаю, что лично для меня и по моим впечатлениям, здесь фаворит в группе Соколов. Это без оговорок, то есть действительно, кто из с какого места выйдет, второе, третье и четвертое займет, это такое дело, знаешь, ну, приходящее и уходящее. Это, ребята, я считаю, сразу, это будет вот, очень интересное противостояние, я думаю, что это будет очень так красочно, так что... Да, особенно зная то, что Паша Соколов на данный момент очень-очень-очень интересно подходит к этому турниру, плюс команда у него более такая солидная, знаешь, не Челси, не Рома, вот, поэтому с Боруськой можно делать грязь, я считаю, вот, поэтому тут интересно будет, ну, то есть, в принципе, я думаю, что... Действительно будет очень интересно. Очень интересные будут группы. Вот, считаю, что группа D — это группа смерти. Для меня лично группа D — это группа смерти. Девяткин здесь с Барсой. Просто я думаю, что он будет очень-очень жестко рубить. Но а мы с тобой в группе B, соответственно, нам попался Профит и Дима Дерби. И поэтому будет очень интересно. Ребята, это правда. Мы только вчера об этом говорили. Что если попадемся в эту группу. Да. Ну это не удивительно, в принципе. В принципе, не удивительно, всего-то 4 группы, поэтому. Да. Один из трех, да. Поэтому. Да, да. Ну, я скажу, знаешь, не худшая группа. То есть, если бы я попался, допустим, четвертым в группу D, вместо там, допустим, того же Девяткина, вот, мне бы было намного тяжелее играть, нежели в группе B. Почему? Объясню. Психологически, понимаешь? Имея двух игроков из Ultimate, которые рубят, понимаешь, и зная их скилл, я думаю, что для меня было бы это психологически тяжелее. Вот. Ну, а так, в принципе, я считаю, что нормально. Мои пенсионеры нормально, да, буду, думаю, себя чувствовать хорошо. Поэтому, в принципе, ну, на этом будем и заканчивать. Какие-то итоги подводить сейчас рано, поэтому, ребятки, сейчас перед вами внизу вы видите числа и даты, когда будут выходить, соответственно, выпуски групп. То есть группа A выйдет в первый день, B следующий, и вот так вот будет в круговую. Вот, там будут только единственные дни, когда будут обзоры на туры проходить, вот, и все. Ну что, все, всем спасибо, кто посмотрел, ребят, следите обязательно за Career Cup, обязательно подписывайтесь на каналы участников, ссылочки на всех участников полностью вы можете найти под этим видеороликом, обязательно подписывайтесь на Гошанчика, да. Вот, и всем спасибо. Всем до встречи. Все, ребята, всем пока.